Здравствуйте! В предстоящем тепловом сезоне компания Diol представляет линейку электрических тепловых пушек. Данные аппараты отлично подойдут для обогрева как жилых, так и промышленных или же хозяйственных помещений, будь то склад или гараж. Кроме основной функции повышения температуры, аппараты предназначены для уменьшения влажности в помещении, а также для принудительной циркуляции воздуха в нем. Что самое важное, тепловые пушки не сжигают кислород и не распространяют посторонние запахи. Линейка наших тепловых пушек различается мощностью от 2 до 3 кВт и воздухообменом, соответственно, от 130 до 230 кубометров в час. Другими словами, чем больше мощность прибора, тем большую площадь он способен нагреть и держать установленную температуру. Вес приборов от 3 до 6,5 кг, что дает возможность легкой транспортировки. Тены с вольфрамовым сердечником изготовлены бесшовным методом. Корпус выполнен из листовой стали с термостойким покрытием. Решетка закрывает тен и защищает пользователя от ожогов. Ручки регулировки позволяют задать необходимую мощность устройства, а также настроить термостат на поддержание определенной температуры воздуха. Небольшим преимуществом обладают пушки с цилиндрической формой корпуса. По сравнению с прямоугольными собратьями, они создают более мощный и уже направленный поток воздуха. Им легче справиться с локальным обогревом зон помещения, а с помощью регулировки угла наклона удобно задать направление теплового потока воздуха. А теперь пару слов об электрических конвекторах КЭ-101 и КЭ-201. Им больше подходит роль современных домашних обогревателей с возможностью настенного монтажа. Конвекторы, как и тепловые пушки, питаются от обычной сети и имеют первый класс защиты. В дополнение ко всему, конвектор КЭ-201 имеет встроенный вентилятор, что опять же способствует уменьшению времени для нагрева всего помещения. Приборы обладают тремя режимами работы с потребляемыми мощностями 750, 1250 и 2000 Вт. Все модели сохранят тепло и уют в вашем доме. А у нас на этом все. Берегите себя и будьте уверены, наш инструмент проверен временем.